Мьянма по-прежнему страдает от наводнений, вызванных муссонными дождями. Жертвами стихии стали 88 человек, более 200 тысяч пострадали. Страна находится на грани гуманитарной катастрофы, не хватает продовольствия. По данным властей, порядка 20 тысяч разрушено, порядка 20 тысяч жилых домов затоплены сельхозугодья. С последствиями непогоды борются местные власти, привлечена армия. Им активно содействует отделение Красного Креста. В Мьянме уже известно, что правительство получит 1 миллион евро помощи от Еврокомиссии. Между тем, синоптики прогнозируют, что дожди продлятся до середины октября.